отвечу. Давай его троллить. Ага. Точняк. Так, что надо? Это все время были вы? Ну да. Нет мозгов, а то совсем тупой. Эван, лови. Ой, я знаю кунг-фу. На тебе еще порнухи пару терабайт. Мне тоже закачать что-нибудь прикольное. Вон, как у него. Пожалуйста. Порнухи больше нет. Загадывай что-нибудь другое. Ну честно, нет. Блин. Ну тогда сделай так, чтобы... О, хочу быть супергероем. Ага. Ну а ты чего хочешь? Я? Ты. Убийца в мясо. Убийца в мясо. Уф, какой дурак сортиры в горах ставит. Пошли бухать. А, точно, пошли. Эй, диджей, есть ли чего? Привет. Да ну откуда, ты чё, сам обламываюсь? А далеко до ближайшего клуба? А, ну ладно. Здорово. Лучший грибной пирог, зацени. Ничего так, ага. Чувак, здорово. Клуб закрыт. График изменился. Здрасте, Вашка. Тут утренняя депеша прибыла. Уйдите в секс вечером. Не, сценарий говно. Ща как набью вам лицо. Ой, я кота забыл покормить. Привет. У меня есть конфетки. Ах ты, сучёный. Что ж так делать? А вот за то самое. Блин, и чё теперь? И чё это? Это так всегда, что ли, будет? Воу, какой девушка? Короче, нет времени объяснять. Пошли на сеновал, там объясню. Ну чё, тебе жалко, что ли? Ты чё, дебил, что ли? Я не такая. Ну, а поговорить? А поговорить? Вот прочитаешь 10 томов Эмилия Золя, вот тогда и приходи. Блять, да как его можно читать, этого мудака? Окей, Гугл! А? Чё надо? Где этот ебучий Эмиль Золя живёт? А, ща покажем. Стрелу в глаз или головой в мута? Какой глаз? Ну, как скажешь. Я тебя освободил? Ага. А ты, презренная обманщица, изменщица! Ты дебил, что ли? Обсмотрелся свои порнухи, блин. Ну, и чё? Блин, неловко получилось. Ну ладно, чё, пошли это. Хотя не, мужик или не мужик? Мужик или не мужик? Пошла отсюда, шлюха! Чё? Так, приведите эту шлюху сюда. Эй, шлюха! Ну,